Джамбика выпустили. Выпустили со всеми. А ну, ставьте в комментариях, съедят Джамбика или нет. Ладно, могу подсказать, подсказку дать. Скорее Джамбик у кого-нибудь съесть, чем его. Он ходит и всех кусает. Кого за яйца, кого за хвост тягает. За ляжки сзади. Смотрите, со всеми борется. Джамбик вообще бесстрашный. Он так что за ногу укусил уже заднюю. Хоп, побежал до второго кого-то так колупаться. Джамбик пришел, весело будет. Все, он за морды кусает их. Я думал, они его затопчут. Да ему пофиг на все. Джамбик. И попробуй его не выпусти. Он орет как резанный. Если его друзьям не выпускают. Нахи Джамбик. А эти кроты он понакапывали ям. Сейчас, сейчас. Джамбик. Опа, сейчас получит. Джамбик каждому подойдет, то за ногу укусит, то за морду боднет. От него уже все шарахаются. Маленький говнюк. Противность, страшное дело. Все, хоботы повыставляли себе. Все, пошел в толпу посрать вместе со всеми. Ах и Джамбик. Деловой такой, слышишь, они там ходят вечно срать, ссать, побежал, тоже там навалял кучу. Ага, что-то хочет его грызануть. А, чтобы вы понимали, тут петух забежал соседский. Ну все, нет петуха. У нас уже давно нет петуха, а то соседский решил, что он тут один. И вот эта вся толпа его раздеребанила в секунду. И все бегали, полные рты петушатины были. Мы вот это немножко переживали, что с Джамбиком так же сделают. Как с петухом. Да не, вроде. Специально никто не запускал. Он прорыл нору себе и через дырку залез на выгул к своим, к одна этим самым, соплеменникам. Ну, а теперь он с ними вот так вот. Кто подбежит, за ногу укусит, то за хвост потянет. У него, походу, у одного яйца еще есть. Так что он тут самый главный. Джамбик. Когда не выпускаешь, орет, скучает. О, нашел он петуха останки. Не стал есть. Сегодня у нас диета не петушиная. Ну что, сколько ты будешь еще в глубину рыть, ты? Гадость. Это они его понаучивали ямы рыть. Да хлеборезки открывают, он полностью в рот залазит. Да пофиг. Как опасность вообще не воспринимает их. А вон у Джамбика сзади, возле ноги, видно, шрам остался. Его так разрезало в детстве сильно. Свиноматка, наверное, наступила. Заживо все, как на собаке. Эх, смотри, понесло. О, а это что такое, видел? Бежал и упал, бедный. Джамбик. Короче, ни секунды покоя. Ни от него, ни ему. Скоро они его съедят, я думаю.
или нет. Напишите в комментариях, съедят или нет. Да, там ты много нагуляешь. О, гомноед. 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 Он постоянно забегал в курятник и ел куриное говно. За что и получил доблестное имя гомноед. Ну что ты там ищешь? Нефть или что? Или залежи? Чего? Выкопал яму. Благо, что посреди двора. Все, пошел вон отсюда. Ладно, все. Пусть жамбик гуляет. Солнце вылезло у нас. Тепло. А мы пойдем уже, наверное, в дом.